Жители Тюмени приглашают решить, какие городские территории благоустроят в 2025 году. Предложения принимают лично в управах и по электронной почте. Ознакомиться со списком можно на сайте городской администрации. На суд общественности представлено больше 140 мест. Это крупные парки и скверы, небольшие зоны отдыха и просто территории, которые неплохо бы привести в порядок. Предложения принимают до 16 января. К слову, в 2024 году также благоустроят 5 территорий лидеров прошлого народного голосования. Механизм вовлечения, вот подобный механизм, он людям нравится. Они активно участвуют, активно дают свои предложения. Точно так же мы наблюдаем в период проведения рейтингового голосования. Точно так же тюменцы очень активно вовлекаются в эту процедуру и отдают свои голоса.